«Лови волну». В новом выпуске программы «Жизнь в движении» наши ведущие Аня и Таня займутся виндсерфингом. Тяжело ли управлять парусом? Стоп, не туда. Сколько раз можно упасть с доски за 2 минуты? И какие эмоции дарит виндсерфинг? Это свобода и отдых от работы. Смотрите «Жизнь в движении» 27 июня в 19:30.